Гринти ТВ представляет «Чудо», серия вторая. Интернет-магазин Гринти. Покупайте вещи из Дорам. Все самое интересное о мире Дорам и культуре Азии читайте в нашем журнале. Информация в нашей группе ВКонтакте Гринти ТВ. «181 день до выпуска. Время, лети! Лети!» Ей передвигаться тяжело. О, Хан Кё Сок! Что случилось во время нашей разлуки? Бог ты мой, он стал еще сексуальнее. Давно не виделись? Привет. Так прозвучало, будто не рада нас видеть. Да нет, я очень рада. И в этом семестре вляпалась. И это все из-за того случая в прошлом году. Что это такое? Да так, ничего. Так мило. Позволь мне кое-что спросить. Мне любопытство гложет. Что такое? Это ты мне хотела вручить? Или ты ее украла? Проверим содержимое. Нет, да отпусти. Прошу, здесь письмо. Нет, прошу. Кёсок, ты мне нравишься. Ты единственный, кто нравился мне со времен начальной школы. Честно, я была так рада, что мы пошли в одну среднюю школу. До конца своей жизни буду любить только тебя. От С. Значит, наша Шиён меня любит. Даже не знал. Хара смеяться, придурки. Вы пугаете Шиён. «181 день до выпуска. Время, лети». Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Наш сегодняшний концепт милый и энергичный, понимаете? Помощник режиссера, сюда. Должно быть весело. Сначала мы покажем вам. Так, один, два, три. Друзья, привет! Мы Хасон и Ша. И это вращающееся колесо. Сода-стрим, газировка. Прыг, прыг. Прохладная и освежающая газировка «Сода-стрим». Хэсон и Ша очень ее любят. «Сода-стрим» — газировка. Пейте, пейте. И завтра тоже пейте. Пока. Не так сложно, да? Да. Вы хотите, чтобы я это сделал? Похоже, что все счастливы. Кроме меня. Да, Дун? 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 Дун?
И это все, что нужно делать? Сделанная всего за 3 секунды. Прохладная и освежающая газировка. Извините. Да? Реквизит трогать нельзя. Вы в курсе? Да, извините. Практикуйтесь в прокрутке колеса. Друзья, привет. Привет. Мы Хасон и Ша. И это вращающееся колесо. Сода стрим. Газировка. Прыг. 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 Сода стрим. Газировка. Хасон очень ее любит. Ища, сода стрим. Газировка. Снято. Возьмем перерыв. Я не могу так. Хасон, закрой глаза и сделай это. Думаешь, подобное подходит моему имиджу? Я музыкант. Кванши айдол, а я нет. И как нам отказаться, когда все так далеко зашло? Тогда тебя из всех реклам вырежут. Ну и отлично. Тогда смогу сосредоточиться на музыке. Знал бы, что будет такой концепт, и Кванши я бы не согласился. Пан Хасон, раз уж ты соврал мне, сам разбирайся. Что в этом такого? Мило же. Выступая на сцене, ты тоже играешь. Но это отличается от рекламы, да? Мы близки. Почему говоришь неформально? Мы одногодки, так говорить удобнее. Я помогу тебе. Вместе справимся. Как ты знаешь, я играю лучше тебя. Возможно, ты просто нервничаешь. Если будем вместе, раз уж так хороша, снимайся. Что? Перестань пользоваться лицом, чтобы спасти себя, когда ты даже петь не можешь. Не будь такой жадной, занимайся тем, в чем ты хороша. Как ты смеешь давать мне советы? Дун! Блин, что делать? Дун! 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 Извините, президент. Это не так. Думаю, он приболел немного, так что... Мне правда жаль. Да. Да, я свяжусь с вами. Да. Молодец, пан Хасон. Из-за тебя еще не может сниматься. Ну что тут поделать? Ты знаешь, какой нужно выплатить штраф? Мне это не нравилось, но я старался играть. Как быть, если я играть не умею? Вот поганец. Я буду певицей. Давайте прямо сейчас камбэкнемся. Сейчас, немедленно. Я понял, не плачь. Дун. Дун. Это... Извините. Боже, вы в порядке? Дун! Извините. Стой! Что? Вау! Вы в порядке? Заходи. Что? Пойдем. Извините, с вами точно ничего не случится, если не покажетесь врачу? Думаю, время у меня еще осталось. Что?
Глаза твои наполнены грустью. Выбери одну. Чтобы отплатить тебе, прочту твою судьбу. Тетушка, мне такое не особо интересно. Говорю же, выбирай. И теткой не зови, а мастером. Мастер Таро. Да. Вот эту. Эту. Боже. За 30 лет моего гадания на картах Таро ты первая, кто выбрал эту карту. Это ведь не просто обычная карта. Ее я сделала сама. В этом мире одна такая. Что? Поведай свое желание. Желание? Блин, что за фигня? Обманщица. Какая еще обманщица? Желание поведай, я осуществлю его. Осуществить желание? Что за шутка? Ну, скажу ей, чтобы поменяла нас с Кванша местами. Моя жизнь пошла не тем путем, еще в утробе матери. Ее нельзя исправить лишь одним желанием. Вы, тетка, обманщица. Ну, сделайте так, чтобы я ела и вес не набирала. Не снимай его. У меня нет денег. Изумруд. Символ счастья и удачи. Не говори ничего, просто надень. Приходи снова, если не справишься с ним. Что? Если не справлюсь... Конечно, вы пытаетесь втюхать мне его за деньги, да? За спасение моей жизни я могу дать тебе лишь это. Теперь ступай. Что за фигня? Странное ощущение. Что это с ней? Кваншиан? Кваншиан? У вас нет ни капли схожести, но есть кое-что общее. Болеем мы всегда вместе. Вы смерти моей хотите? Говорят, ты не доедаешь. Просила же быть осторожнее с диетой. Шиян, что ты в этот раз съела? Довела себя до расстройства желудка. Мам, ты тоже заболела? Я же Шиа. Почему ты говоришь, что я не доедаю? О чем вы? Что за бездумные разговоры? Алло? Да. Ah!
озвучена группой Green Tea в 2016 году. Перевод на русский – фансаб группы «Мания». Закадровый текст читала и работала со звуком Екатерина Юрьева. Yeah.